Вот всегда приятно, когда говорят музыка и стихи, да? И теперь музыкальный номер, и я впервые познакомился с прекрасным молодым человеком Семен Кривенко-Адамов. В Куприне была потрясающая история, история двух сердец, да, называлась она. И сейчас здесь, на этой сцене, вообще сегодня вечер двойных фамилий. Семен Кривенко-Адамов, Роза Лермонтова-Кашуба. В доме становится тише и тише. Шорох и шум утомлял и не слышал. Тихо на цыпочках вечер ушел. Ночь пригласил посидеть со мной. Тише. Ветер деревья от звуки колышет. Звезды спустились так низко на крышу. Стрелки часов дни считают, я слышу. Сердце все громче, душа ночью.